Здравствуйте! Сегодня у нас бурманская порода кошек. Или кошка Бурма. 50% шерсть, 250 метров, 100 граммах. Крючок номер 2. Цвет такой вот коричневый. Ну, как бы настоящий коричневый цвет. Просто вот коричневый классический. Начнем с головы. Петля амигуруми. И в петлю амигуруми 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Проложим маркер. И продолжим по 2 столбика из каждой петли. 12 столбиков свяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Связали. Следующий ряд 18. Вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли, 1, 2. Снова 1 столбик и опять 2 столбика, 1, 2. И так до конца ряда. Провязали следующий ряд. 24 столбика сделаем. Вяжем 1, 2 по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1, 2 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали следующий ряд. Вяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. Снова 1, 2, 3 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали 30 столбиков, теперь следующий ряд вяжем 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли, 2 столбика из одной петли, 1, 2, снова 4 столбика по одному из каждой петли, 4, и снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. Так вяжем до конца ряда, получим 36 столбиков в этом ряду. Провязали ряд 36 столбиков, теперь дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли, 1, 2, снова 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли и снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. И так вяжем до конца ряда, получим 42 столбика в этом ряду. Вяжем. Провязали 42 столбика, получили в этом ряду. Теперь нужно связать 8 рядов по 42 столбика. Вяжем. Я связала 8 рядов по 42 столбика. Теперь дальше начнем убавлять. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика вяжем вместе. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и снова 2 столбика провяжем вместе. И так вяжем до конца ряда, получим 36 столбиков в этом ряду. Провязала этот ряд, следующий ряд продолжаем убавлять, вяжем 4 столбика по одному из каждой петли, 4 и снова 2 столбика вяжем
вместе. И так до конца ряда вяжем. 1, 2, 3, 4. По одному из каждой петли. И 2 столбика вяжем вместе. Вяжем. Провязали. Следующий ряд. Продолжаем убавлять. Вяжем 1, 2, 3 столбика. По одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика вместе. Снова 3 столбика. 1, 2, 3. По одному из каждой петли. И снова 2 столбика вяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Получим 24 столбика в этом ряду. И провяжем 4 ряда по 24 столбика. Вяжем. Итак, я вот связала 4 ряда по 24 столбика и наполнила холофайбером. Пока это удобно сделать, я вот наполнила. Как правильно наполнять, я вам дам ссылку внизу, можете посмотреть, кто еще не видел этот ролик. Итак, дальше мы будем убавлять теперь. Вяжем 2 столбика по одному из каждой петли. 1 и 2. Дальше вяжем 2 столбика вместе. Снова 2 столбика по одному из каждой петли. 1 и 2. Снова 2 столбика вяжем. Два столбика вяжем вместе. И так вяжем до конца ряда. Провязали. Следующий ряд вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбика провяжем вместе. Снова 1 столбик из одной петли и 2 столбика вместе. До конца ряда вяжем. Провязали. Следующий ряд уже вяжем по 2 столбика вместе парами, все столбики. 1 и 2 вместе. Третий и четвертый вместе. Пятый и шестой тоже вместе. И так до конца ряда. Провязали. Теперь все столбики соберем пучком на одну петлю. Провязали. Закрыли. Отрезали. Убрали маркер. Спрятали кончик внутрь и подтянули сюда холофайбер к носику. Это мордочка у нас сейчас. Из серединки вот так сюда подтягиваем холофайбер. Вот такая получается мордочка у нашей кошки. И теперь мы ее, наверное, сначала закончим, а потом продолжим вязать туловище. Для того, чтобы вязать дальше мордочку, нужно заправить нитку в иголку и сделать, смотрим, какая на нас больше смотрит сторона. Нужно будет все равно потом подправить так, чтобы вот эта часть была как бы вниз, а вот это вот как бы вверх. Немножко вот так вот как надавить. Видите, чтобы здесь поровнее было, а здесь вот повыше лобная часть такая. Вот когда мы выбрали себе положение, которое вот нам нравится, например, вот пусть будет у меня вот это вот. Я выберу вот так между двумя убавками вот этими вот, посерединке будет у меня лоб. Вот где-то так вот надо немножечко выдавить для себя, чтобы определиться.
Теперь у нас вот тут вот есть центр, где мы убавляли, центральная, в которую мы закончили. Собственно, в нее же можно и войти. И вот мы сейчас, вот я вам покажу, распределяем вот так вот. Значит, вот это центральная. Мы ее вот рассматриваем как центр. И если у нас вот это вот как бы верхняя точка, для меня вот центр пусть будет лоб, скажем так, то тогда вот так на три части делим чуть-чуть ниже вот таким углом. И вот так сюда тоже нужно подтянуть немножко холофайбер, чтобы было ровненько. Вот по рядам получается от центра 1, 2, 3 в четвертый, 1, 2, 3 в четвертый. Все. И теперь вот заправим где-то здесь нитку внутрь. Выйдем вот тут, где первая булавочка. Ага, булавочку мы выбрали правильно, только надо выбрать вот так вот ниже. Еще на два ряда ниже опустим отметки. Вот еще 1, 2. Вот так вот. И опустим сюда. Вот получается отметки 1, 2, 3, 4, 5 в шестой ряд. И здесь 1, 2, 3, 4, 5 в шестой ряд. Просто тут удобнее вот на верхушечке как бы треугольник этот определить. Но его нужно опустить ниже. Вот мы сейчас опустимся вот так вниз. Вот иголку, ниточку здесь надо закрепить вот так. Несколько раз на одном месте закрепим, чтобы она не выдернулась, потому что узелок он может проскочить, а если вот так прошить, то уже не выдернется. И теперь вот не в самую вот эту точку, а в нее, вот под нее, например, вот тут вниз, вот так вот мы провяжем, прошьем, вернее, проведем иголку и вот так вот ее стянем немножко. Вот так раз. Подтянем. И теперь сюда вот так выйдем, где эта булавочка. Эту можно уже тоже убрать. И в нее тоже подтянем. Теперь сюда вот рядом с этой точкой, вот так с этой стороны тоже так же сделаем. Вот так раз и еще раз. Вот так вот мы выделили немножечко вот как бы нижнюю губу, подбородочек, а вот тут у нас вот эти вот щечки, усики, которые, на которых размещаются усики. Вот сделаем вот так вот сейчас. И теперь еще нужно сделать вот так. Мы зайдем сейчас сюда, опять вернемся, а выйдем где-то вот, давайте вот так сделаем. Вот так нажмем, вот центр, да, вот напротив центра мы вот так вот возьмем и пальчиками сожмем немножко вот так вот, вроде как переносицы. Вот зайдем сюда в центр, а выйдем вот тут, где у нас намечается первая отметинка. И вот теперь отсюда напротив, тоже вот сюда вот так вот мы проведем. Так, у меня здесь не захватилось. Надо захватить столбик. Иголочку протянем и вот так вот подтянем чуть-чуть как переносицу. Вот видите, вот так вот получается немножечко. Не знаю, видно, не видно. Наверное, вот так вот видно, да? Немножечко подтянули здесь. Теперь пройдем вот так чуть-чуть дальше по прямой. И повторим еще разочек. Сюда, вернемся сюда. Еще вот так чуть-чуть повыше. Итак, продолжим. Вот я прошила вот тут вот, закончила и ушла иголочкой вот так вот сюда вниз. Подтянула чуть-чуть вот эту часть вниз, уголочек сам. Теперь я вот тут вот закрепила нитку несколько раз на одном месте. Она у меня уже не тянется, видите. И выйду сейчас вот сюда в этот уголочек. Тут будут углы глаз, поэтому их немножечко нужно, хотя это, ну, они не совсем тут, чуть-чуть шире, у нее глаза раскосые такие, но все-таки вот как бы более-менее зафиксировать эту точку желательно.
Вот выходим вниз сюда, где вот шея будет как бы пришиваться потом туловище. Поэтому вот так, видите, чуть-чуть подтягиваем, чтобы вот так вот немножечко образовался здесь, зафиксировался прогиб, который мы пока его только прижали руками, но мы теперь его еще закрепили, прошив. После того, как мы прошили, он уже никуда не денется. Вот, все, у нас холофайбер там уже прижат, и теперь он уже держится хорошо. Вот, сейчас нужно вышить кончик носика ей, или ему, кот или кошка, ну, Бурма, пусть будет она. Вот тут вот, где у нас вот это вот было точка, где мы собрали все нитки в пучок, и вот сюда вот, видите, где у нас начинается вот этот вот носик, вот тут вот проходит такая вот ряд дырочек, вот мы за них начнем цепляться вот так вот, отсюда сюда вот так вот, можно чуть-чуть выше, можно и сюда, в принципе, вот так вот. Нитку туго не затягиваем для того, чтобы она оставалась пушистой, тогда она лучше закрашивает. Если она будет сжата, то она не закрасит хорошо. Тут я дала чуть-чуть ниже, поэтому я в этом месте, вот сейчас выйду сюда опять. Я просто эту ниточку, которая пошла ниже, вот так вот прихвачу сюда и подтяну в этот центр. Вот так, видите, точечку сделаю. Все, дальше выходим вниз сюда, вот так. Мы получили такой носик, кончик его теперь можно подтянуть холофайбер сюда. Вот такой вот носик мы получили, черненький у нее вот тут вот на мордочке. Закрепим нитку тоже вот тут, чтобы она не распустилась от времени. Так, вот такая вот получилась мордочка, и теперь нужно ей установить глазки. Глазки мы немножко вот так подтянем в ширину мордочку. Холофайбер сюда вот так. Потому что она у нее такая широкенькая. Вот такая мордашка. И глазки мы разместим где-то вот тут. Вот у нее глазки идут вот так наискосок от, вот скажем, от уголка, от кончика носа вот так сюда к уху. Поэтому вот нужно на вот этой линии как бы разместить вот этот вот глаз. Глаз у меня вот такой вот пластмассовый. Ну, сначала я ему найду вот ту дырочку, в которую удобнее его разместить. Наверное, вот тут вот. Они не расположены у нее близко, а вот так вот на расстоянии. Вот нужно найти местоположение, которое устроит нас, чтобы оно смотрелось так, как нам хочется. Если глазки вот так будут смотреться нормально, расстояние и все остальное, по-моему, вот неплохо будет. Вот тогда их нужно приклеить. Я их не прикручиваю, я их приклеиваю, поэтому сейчас я вот в этом месте просто вот так подтяну клей-момент, хенкель, кристалл, чтобы не спрашивали. Он у меня всегда бесцветный. Вот, вот так вот сюда немножечко выдавливаем клей. Он попадает и на ножку, и на сам глаз. Вот так вот провернем его чуть-чуть вот так по кругу. Вот после этого опустим его обратно туда вниз. Повторим здесь то же самое. Он немножко попадет туда внутрь, как бы захватит ниточку за ножку, приклеит глаз и по ширине расползется тоже. Хорошо приклеит. Вот тоже теперь находим ему местоположение. И теперь поджимаем опять вот снизу возле этой ножки к
крючком надо прижать его обратно. Вот, дать ему время немножечко подсохнуть. После того, как подсохнет, мы свяжем вот это вот веко, которое сделает глаз его более интересным. А сейчас, пока глаз присыхает, высыхает, прилипает, приклеивается, мы можем сделать ему ушки или ей. Уши у нее большие. Уши, давайте сделаем приблизительно разметку. Вот, наверное, вот так вот получается, если вот так взять от носа через глаз, вот это вот будет центр уха. Вот с этой стороны приблизительно вот так же вот. Они вот так вот немножко так подальше. Ну, в принципе, они выгибаются, поэтому вот расстояние где-то аж вот тут вот, наверное. Вот, смотрим, чтобы они смотрелись вот у нас как бы одинаково. Здесь просится, мне кажется, чуть-чуть выше. Вот так вот, если линию провести, вот где-то вот так вот получается ухо. Это его серединка. Теперь можно эту убрать, булавочку, а отметить вот высоту уха. Вот начнется оно где-то вот так на уровне с глазом. Получается вот центр 1, 2 в третью. И сюда 1, 2 в третью. Вот с этой стороны то же самое. Сюда 1, 2 в третью дырочку. И тут тоже 1, 2 в третью дырочку. Разместили. Теперь нужно... Каждое ухо будет вязаться вот отсюда, вот так назад, и вот это тоже так же. Назад и потом вперед, дугой такой. Начало вязания начинаем отсюда назад, здесь начнем отсюда назад. Вяжутся уши одинаково, конечно же. Захватываем нитку вот так перед отметкой, перед булавочкой. Закрепим. Вот так ниточку и начнем набирать столбики вот так вот сразу отсюда назад идем еще вот так наискосок назад теперь вот тут вот где-то вот на уровне уже центра этого одна и вторая пройдут прямо и теперь обратно вот так наискосок идем возвращаемся сюда. И вот так сюда придем, закончим. Вот так набрали ушко. Делаем, мне даже кажется, вот тут еще на одну вперед мы сделаем. Вот так вот будет интересней. Теперь петля подъема развернулись. Вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А вместо восьмой петли мы провяжем, пропустим восьмую, в девятую провяжем вот так вот столбик. 8 будет. Петля подъема развернулись. И теперь эту пропускаем, следующую вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Петля подъема развернулись. Снова в первую петлю 1, 2, 3, 4, 5. 4. Провязали. Пятую пропускаем. В шестую вяжем 5. Петля подъема развернулись. Снова первую пропускаем, во вторую вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Петля подъема развернулись. Первую пропускаем, во вторую вяжем. 1, вторую пропускаем, в третью вяжем. 2.
петля подъема 2. Ну и хватит. Ну и хватит. И теперь я думаю, что вот так вот не помешает. С этой стороны хорошо. А вот с этой вот мы провязали второй столбик сюда. Сюда же провяжем еще один столбик. И дальше провяжем вот так вниз по рядочкам. Один. Ну, вернее, в эту сторону это уже второй. Будет третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, еще раз сюда же девятый, и последний вот сюда вот в основание столбика, там где мы зацепляли, за где вот эта нитка выходит, вот в нее, вот тут вот мы за ее основание, мы провяжем вот так вот полустолбик, затянем, закроем и обе нитки спрячем внутрь. Вот такое мы получили ушко. Кошки. А теперь нужно начать вязать вот отсюда, но мы начнем, поскольку мы начинаем тут, закрепить нитку нужно будет вот так вот ниже. Мы здесь на одну петлю подвинулись вперед, поэтому следующий, здесь мы только крепим ниточку за вот эту, за этот столбик, за основание столбика на голове. Вот, а следующий, вот это вот основание столбика следующего, которое уже подходит к булавочке, здесь у нас будет уже первый столбик. Вот он, столбик 1. Дальше вот так 2. Дальше мы идем наискосок, как там набирали, 3. Снова сюда 4. Теперь вниз 1 и 2. 4. Так, здесь не вниз пошел. Один, два, три, четыре, да. Теперь здесь. Четыре, вот так теперь пять вниз. Еще раз вниз будет 6. Теперь снова наискосок вот так 7. Еще раз наискосок 8. И последний вот сюда вот столбик, это будет 9. 9 столбиков, так же как и там. Петля подъема развернулись. Дальше вяжем одинаково. Сейчас 2 ряда провяжем по 9 столбиков сначала, а потом убавки делаем только в нижней части. Верхняя часть, вот это ухо, все время вяжется ровно по прямой. Так что вяжем, как и вязали, то ухо, только немножечко в зеркальном отражении. Здесь вот петля подъема, это 9 столбик. Вот этот вот, где мы крепили нитку, это не считается, в него мы не провязываем. Здесь можно спрятать просто кончик. Все, а петля вот эта вот идет сюда. Петля подъема развернулись, и 9 столбиков вяжем в обратную сторону. Здесь провяжем и так до конца, как и там мы 3 ряда провязали одинаково. А вот теперь петля подъема развернулись, и первую мы пропустим, во вторую вяжем. Вот так вот начинаем вязать, делать убавки на этом ушке. Теперь ряд обратно вяжем тоже так же, как вязали в
100 мушки, поэтому мы здесь вот одну последнюю петлю, вот она у нас есть, эту мы пропускаем, а в последнюю вяжем столбик. Петля подъема развернулись, снова первую пропускаем, во вторую вяжем. Петля подъема развернулись и снова делаем так же, как делали там. 1, 2, 3 провяжем. Эту пропускаем, во вторую, предпоследнюю пропускаем, в последнюю вяжем. Петля подъема развернулись, первую пропускаем, во вторую вяжем. 1. Здесь во вторую вяжем. Теперь делаем эту тоже пропускаем, а в эту вяжем. Вот так мы закруглили ушко, развернулись. И теперь в обратную сторону мы вяжем обвязку вот эту. 1. Вот в эту петлю во вторую мы сделаем 2 столбика. 1. 2. Дальше вяжем по одному вот так вот. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. И еще раз сюда же провяжем. А теперь захватим за вот этот вот, за основание столбика, за которое ухо провязано, и закрепим полустолбиком. Вот так. Все. Отрежем ниточку и кончик спрячем сюда внутрь. Вот ушки одинаковые теперь у нас. Вот такая вот наша кися бурма. И теперь нужно глазки. Мы вот линию так вот располагаем, вот от уголочка сюда к уху, вот так на косую. Вот тут вот будет начало. Поэтому мы захватим, чтобы закрепить нитку, вот так чуть ниже. А вязать начинаем вот с этой точки уже. Столбик, вернее, просто вяжем 1. Вот так столбик 2. Движемся вот так вот, чтобы прийти вот так сюда вдоль глаза. 3. 4. Вот так сюда 5. И вот так сюда 6. И в самый уголочек вот сюда вот возьмем вот так вот полустолбик. Провяжем сразу насквозь. Теперь сделаем петлю подъема, развернемся. Петлю подъема сделали. Теперь вот пропустим первую петлю, а во вторую провяжем полустолбик. Теперь вот сюда в третью уже провяжем столбик без накида. 1, следом второй. Вот так, третий, и сюда вот так приходим, четвертый, и в последний столбик мы провяжем полустолбик в последнюю петелечку, вот так вот. Провязали, закрыли и отрезали нитку. Вот эти концы теперь прячем внутрь. И делаем то же самое с этой стороны. Желательно, чтобы это было симметрично, поэтому еще кроме того, что смотрим вот эту вот прямую линию, мы еще и смотрим, чтобы они были вот, чтобы было одинаково. Отметим вот тут вот, поставим булавочку, это где нужно закончить краешек уха, глаза вернее. А начинать нам нужно вот с этого самого уголочка. Поэтому мы вот тут вот так вот захватим и закрепим ниточку. И начинаем вязать вот так вот, как там вязали, вдоль глаза вверх. Столбики.
провязали сюда вот 5, а вот за эту мы зацепим полустолбиком. Вот так развернемся, петлю сделаем, первую пропустим, во вторую вяжем столбик 1. Два, три, четыре, сюда вот пятый, а сюда в самый уголочек опять за последнюю эту петелечку зацепимся и провяжем полустолбик. Закрепим нитку, отрежем и спрячем концы внутрь. Так, теперь у нас есть еще усы, а усы нужно тоже клеить. Усы мы клеим вот таким образом. Я беру леску, которую я отрезаю вот так вот кусочек, вот такой вот, сантиметров 20 получается. Я его сгибаю пополам, честно скажу, вот тут вот я просто прикусываю зубом, чтобы оно заломалось. Иначе залом не получается на леске. Теперь вот так вот продеваю туда, где клей у меня, чтобы он зацепился. Вот после того, как вот так зацепим клей, вот смотрим, куда усы направлены вниз, что были. И вот тут вот где-то сбоку заводим вот так в отверстие. Вот под ниточку туда. Если не хочет залазить сама, надо помочь крючком. Можно вот так взять оттуда, где-то вот так отсюда. И вот так зацепить его там и подтянуть немножко сюда, чтобы он таки зашел чуть-чуть поглубже. Когда клей туда проникает уже, он потом приклеится, и уже они не выдергиваются, эти усики. Зацепим клей на нее, видите, вот тут вот видно его. Вот он налип. И теперь вот так вот под нитку сюда заводим леску. Она коротенькая, когда тут проталкивается, когда поближе берешь к началу. И вот так вот смотрим, чтобы усики направились вниз. Немножко можно их даже вот так вот поддернуть, чтобы они так вот прилипли. Вот. Точно так же здесь вот усики. Можно потом холофайбер подправить, он подтянет их немножечко. Вот так подтянуть его. Видите, холофайбер подтягиваем, подтягивается и лесочка вместе с ним меняет направление. Вот. Усы мы и сделали нашей кошке. Теперь нужно сделать еще вот такие вот темно-темно-коричневые тени у меня есть. И я ей сделаю подпалы такие, как они есть на самой этой. Их сильно видно, конечно, не будет. Там оно почернее, у меня такого черного цвета нет. Но немножечко я вот так вот мордочку ей все-таки подтяню. Там она у нее вот очень темно-коричневая, почти черная. На макушке вот тут вот светленький у нее подбородочек. А вот эта вот макушка и вот тут вот все. Кончики ушей. Имеют такие вот оттенки. Если у вас цвет пряжи светлее, это будет еще заметнее. Может быть, у вас тени есть черные. Не знаю, бывают ли такие. Я их, честно говоря, не видела. Вот, хорошо нужно втереть тени вглубь. Они очень микропористые, поэтому они хорошо впитываются. Очень мелкий помол у них, и они хорошо впитываются в поры. Вот, поэтому их можно использовать вот для таких целей. Вот, глазки нужно вытереть.
чтобы они не пачкались. Ну вот и все, собственно, вот такую вот мордочку я считаю, что этого мне вот достаточно. Дальше мы будем вязать туловище.